Всем привет, с вами Learn3G. У нас здесь произошло крушение самолета. Сами видите. Вот я уже сам слышал такие просто взрывы. Там еще один выживший тоже пытается как-то выбраться. Я тоже сейчас выберусь и как-то буду выживать. Буду ловить связь, надеюсь. Ну, я пробовал копаться наверх с помощью лопаты, но не получилось. Ладно, придется киркой. Я вообще ни хрена ничего не вижу. Просто. Ладно, возьму тогда фонарик красненький этот. И попытаюсь с помощью него видеть что-нибудь. Плохо, конечно, видно, но ничего. Во всяком случае, лучше, что было раньше. Так, там уже земля пошла. Сейчас факел надо будет перетащить поближе. Вот так примерно где-то, да. Так, копаем. 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 Ура, выкопались. Отлично. Так, только факел надо будет забрать. Фух. Сейчас посмотрим на все это дело. Я летел, в общем, с чего начну. На море. И произошло крушение. А потому что какой-то террорист принес бомбу. Ай, больно. Из-за этого самолет взорвался, пилоты спрыгнули с парашюта, а пассажиры, конечно, не все выжили. Жалко, что не все. Ну ладно, ну вот даже птицы. Ой, упал, просто не заметил. Вот как это бывает? Хорошо, что у меня все-таки есть блоки. Какие-то хотя бы. Остроимся. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Оп, поднялись. Я кружу яму лучше. Ладно, побежали. Куда-нибудь, куда-нибудь. Вот туда побегу. Сколько сейчас времени? А, только утро, только встает солнце. Просто я летел ночью, и там у нас самолет, как видите, не очень с самолетом у нас. Ладно. О, река. Здесь есть река. Это уже радует. Могу попить воды. Ладно, я думаю, выкупаю себе что-нибудь, какую-то пещерку на ночь. И не буду здесь коряжиться просто. Так. Беру кирочку свою и копаю в ту сторону. Оп. Ну вот, отлично. Эх. Ну вот так вот достаточно, я думаю, будет. Ладно, еще тогда деревце чуть добуду. А инструменты я взял и все остальное. Я и продукты, это все я взял с самолета. Какого еще корабля? После крушения. Ну, не представляю, какие там взрывы были. Просто. Ладно. Доски делаем. А как там делается это все? Так, делаем доски. Потом из досок делаем, похоже, там верстак. Долго уже не крафтил ничего. Так, ставим верстак. Ну, сейчас сделаем печку, я думаю. Ну вот, уже сейчас печку сделаем, вот. Все. Ой, случайно булыжник поставил какой-то. Вот печка. А все остальное мы просто выбрасываем. Я думаю, доски я не буду пока выбрасывать, поставлю их вот так. Вот птицы даже здесь есть. Вот так вот сделаю, чтобы... Ой, не дуло. Вот так. Да. Чтобы никто практически не увидел. А все остальные доски я уже поставлю сюда. Так, топливо уже. Ладно, вообще произошло какое-то просто крушение массовое. Просто массовое крушение самолета было. Просто. Ладно, я думаю, подожду пока здесь. До утра.
Такой день выдался вообще. Ужасный. Ой, как что-то темно как-то стало. А, уже восход. Да. Хорошо. Я думаю, сейчас тогда возьму верстак. Тогда. Печку я не буду с собой таскать. Она тяжелая. А верстак всего лишь там 1 килограмм. Тяжело, конечно, но ничего. Ничего. Так. Что у нас там дальше? А у нас там... Олень в смысле? И вдобавок какая-то пещера. Ладно. Побегу в ту сторону. Ой, пчелы, пчелы, быстрее, быстрее, пчелы, пчелы, быстрее. Бежим. Пирамида? Ладно, не будем туда ходить. Страшно. Пока туда буду бежать. В ту сторону. О, что там за зверек такой миленький? Это ежик. Вы только посмотрите. Только посмотрите. Красиво, ладно, я побежал. Пока побегу в ту сторону. Ох, долго я бежал. Что там? Надпись какая-то. Не вижу, не вижу, что там. Что-то как-то проблемновато видно. Ну ничего, поближе сходим. Что-то там я увидел. А, это была деревня. Ура! Ему туда устроиться, не знаю, на работу хотя бы. И платить, чтобы меня связали с городом. Я могу в город тогда пойти уже. И узнать, где ближайший населенный пункт. Ну вот как это так? Больно. Тяжело как-то здесь. Не в деревне живется, конечно. Яма огромная. Это скорее пещера у них здесь. Так, где здесь дом фермера? Ладно, пока я верстак поставлю. Не знаю, чтобы никому не мешал здесь. А чем мне кролья шкурка? Я лучше ее выброшу. И красный поставлю, ну, типа, чтобы в знак помощи. Отлично. И сюда поставлю факел. Так, и пока пойду смотрю, где фермер. А вот и фермер. Слушай, я могу устроиться у тебя на работу? Да, можешь, конечно. Ну ладно, хорошо. Что тогда у тебя скосить? Ну, пшеницу и морковку. Лично ты морковку мне дашь... За морковку у меня дашь 20... 20 морковки, 1 изумруд? Да. Давай работай. Ладно, хорошо. Буду работать. Ну, тоже мне чуть помог и посадил. Ладно. Так, еще сделаю. Тебе тоже помочь сейчас еще? Ладно. Семечки посадить? Хорошо. Посажу. Вот я посадил. Остальное в компостер. Хорошо. А тебе дать? Ладно, хорошо, давай. Вот. Шиз тоже. Хорошо. Хорошо. Так, и сколько ты мне даже давай? Давай, изумруд. Спасибо. Свидания, завтра приду. И вот так как раз мы устроились на работу. Хоть и произошло крушение самолета, но все оказалось наименее хорошо. В всяком случае, я выжил. И это очень меня радует. С вами был Рун Риджи. Всем пока!